Эти мастера могут плести кружева из теста. Работа филигранная. Рулет с начинкой разрезают, чтобы получилась аппетитная коса. У каждого из пекарей из Липецка, Грязи, Донкова, Ельца, Задонска, Усмани и Пензы свой секрет вкусной выпечки. Надо с душой относиться, с любовью. Алексей Головин из Задонска не согласен, что пекарь – работа женская. Вот и к заданию подошел с мужской логикой. Все смазывали тесто смесью из повидла и корицы. Он просеивал пряность на джем. Галина Тепловодских и домашних часто балует выпечкой. Дома фантазирует с ингредиентами, а вот на производстве строго соблюдает технологию. Это мое. Мне нравится. Мне нравится делать красиво. Мне нравится делать вкусно. И вообще мне очень нравится. Вторая номинация – пирог с фруктовой начинкой. По оценке специалистов, каждый из конкурсантов достоин победы. Все мастера своего дела знают свою работу. И очень красивые есть отделы и изделия. Профессиональная гордость. Вы понимаете, что вот они получили вот эти дипломы, не бог весть какие деньги, но у них светятся глаза. И мы хотели, чтобы частичка этой энергетики передалась на их хлебозаводы. Победительницей стала Юлия Кузьмина из Ельца. Она будет защищать честь региона на всероссийском конкурсе. Липецкие мастерицы на таких конкурсах всегда в лидерах. Будем готовиться, стараться, чтобы оправдать все ожидания. Вот. И я думаю, что не подкачаем. Тепловодская, Галина Николаевна. Марина Карасик, Андрей Зубков. Липецкое время.